всем раннее и доброе утро. Время 5 часов. У нас, видите, снежок. Тоби меня везет на вокзал. Чистит машину. Замерзла. Ой, прям зима-зима. Классно. Классно-классно. Так, Руби. Так, давай, наверное, на заднее сиденье, может быть, давай, или? Дорожку. Я уже в поезде. Достаточно пока свободно. Посмотрим, как будет дальше. Все, сейчас усядусь и начну вязать. Время 7 часов утра. Я нахожусь сейчас в Нюрнберге на вокзале. У меня здесь одна пересадка, и потом я уже буду в Гамбурге. Сейчас куплю что-нибудь перекусить, кофе и поеду дальше. Шла на улицу, взяла кофе. Думаю, подышу немножечко свежим воздухом. Еще время есть у меня до следующего поезда. На вокзале все украшено. Там елочка такая стоит. Большая, красивая. Я потом вам покажу, тоже сниму. И, как видите, у нас выпал снег вчера. Не знаю, в Гамбурге снег или нет, но у нас вот снег. Город просыпается. Вот такая красивая елочка здесь на вокзале стоит. Украшенная, наряженная. Все в огнях. Уже такое предпраздничное настроение прям. Друзья, я уже в Гамбурге. Гамбург прям как дом родной для меня. Уже все знаю здесь. Сейчас я иду на электричку. И, в общем-то, через несколько минут я уже буду у Леночки. Все, пока и до следующего включения. Да, пауза у них до 5 часов. Они спят, чтобы есть. У них же сиеста, Леночка. Они спят вместо того, чтобы кушать. Друзья, мы находимся в итальянском ресторане. Очень классная такая атмосфера у нас здесь. Так здорово. Мы пришли как раз в самое открытие. Никого еще нет. Нам прям повезло. И мы уже заказали напитки. Вот нам принесли карты. Сейчас будем здесь все смотреть. Давай бидончик им. Алло. Да. И печку. Да, слушайте, мы зашли, нам здесь так понравилось, мы прям сразу решили остаться, потому что здесь очень атмосферно. Смотрите, какой бидончик. Очень классный, шикарный, красивый, расписной. Супер красота. А я еще захожу, говорю: Лен, вот как это называется? Как я говорю: слушай, я еще не совсем куку-ля-ля, это же бидон. Она говорит: правильно. Вы сейчас куку-ля-ля стоите. Это дровишки тут из лесу везти, мы видите, для вот этого вот классного вот такого каминчика вот здесь, в общем, очень атмосферненько. А мне очень нравятся Леночкины вот эти вот грибы, грибы-трактор. Мухоморы, вот прям. Отдай мне телефон, я хочу тебя снять. Да, давай, сними меня, моя хорошая. Ко мне приехала моя подруженца Аленочка Абель. Кикимора Баварская. А я кикимора гамбургская. Ее встретила и говорю: ну пойдем с тобой куда-нибудь поедим. В один ресторан пришли. У них там корпоратив. В другой корпоратив. Я говорю: пойдем в итальянский. И тут нам повезло. Который, говорю, никогда не могу попасть, потому что всегда тоже он чем-то занят. А вот сегодня он нас принял. Что ж, пойдемте. А тут-то какая красота. Посмотрите по правую сторону. Нет, Леночка, не по левую, по правую. Ну, это же просто вот услада. Услада наших кикиморских глаз. Ну, конечно. Вы смотрите, сколько сортов здесь. Ах, алкашин. Какие вин шикарные. Алкашня ты у меня, Абель. Ах, какая же ты пьянь. А мы с ней... Кто бы сомневался. Да, слушайте, она приехала и бутылочку розового винца привезла. Ой, хорошее. Слушайте, какое было вино, я вам скажу. Да, я его получила в подарок. Это французское вино, у которого это сделано в специальной бутылке, друзья, у которых горлышко немножко кривое. С наклоном, да. Кривое. И мне кто-то рассказывал, почему это делает эта фирма. Ну, я, честно говоря, забыла. Я знаю, что вы знаете много. К
Кто знает, напишите в комментариях. Спасибо большое. Будем тоже знать. Знаете, если бы вы видели, как мы эту бутылку открывали, это было так смешно, я пожалела. Я говорю, почему ты не сняла такой контент? Мы, наверное, полчаса пытались открыть бутылку. Я говорю, все думают... А ларчик просто открывался. Я говорю, Алё, наверное, все думают, что мы с тобой, вот, может, не просыхаем. Ну, реально, иногда так может показаться. Но мы полчаса открыли бутылку, не знали, как ее открыть. Ну, в итоге открыли. Да. Очень хотелось выпить. Для горячего. Это для горячего. Да, сначала мы подумали супница, но потом... Да. У супницы вот это вот есть дырочка для вот этого... Для половника. Да, я думаю, что это для горячего. Картошка, мясо. Так атмосферненько, друзья, нам так хорошо здесь прям. Вот мы прям наслаждаемся. И вот вам всем вот прям вот тоже наслаждение. Ку-ля-ля, да. И приятного аппетита. Немецких. Кикиморская куку-ля-ля. Да. От германских кикимор. Правильно. Девчонки, мы пришли в ресторан и просто обалдели. Подают нам вот такую сервировочку, да, вы понимаете? Районы, вот а я получила вот такой вот подарочек. Представьте себе. Она пришла. Вот просто вот. Рюкзаком. Я говорю, мечта просто поэта, понимаете? Пришла любую. Она на тарелке. Алена говорит, Алена, ну ты это видишь? Ну вы же понимаете, Дольче & Габбана, они же итальянцы, они же толк в этом понимают, они же толк в этом знают, но... Ну и мы в итальянском ресторане. Не, ну все просто сложилось. Просто Леночка, вот просто вообще, друзья. Я обалдела сама. Ну. Какие тарелочки, вообще. А? Это же итальянская майолика, да? А, у меня суп с пармезаном. Леночке салат с тунцом. Карбонара. Обожаю. Мне салат с... Да, салат с креветками. В общем, всем приятного аппетита. Привет, друзья. Зашли с Леночкой в магазин. Хочу показать вам здесь интересные такие модели. Смотрите, шарф, да, зимний. Очень классно связан просто вот такими отделениями, сменой цвета. Да, вот как квадрат. Абсолютно ровными. И надето вот синее с белым и вот с такой ядовито-зеленой курткой смотрится. Сейчас вам покажу, что здесь будет интересненького, может быть, что-то поснимаю. Там вот уже для дома декорации мы тоже туда хотим с Леной пройти. А вот они эти шарфы лежат. Здесь варежки. Смотрите, на веревочках. Помните, как в детстве у деток всегда были на резинке или на веревке? Это от Марко Поло фирмы. Вот. Мне вот это тоже очень понравилось. Вот многие говорят, курочка ряба. Смотрите, как смотрится красиво с рубашкой, с пуховиком. Очень даже стильненько так. Здесь шапочки разные. Резинкой. Вот она, резиночка. Из моды не выходит. Здесь тоже вот резинкой такие шапочки. Тоже классно смотрится. Девчонки, смотрите, кофточка, кардиганчик с карманами, 4 пуговки. Очень-очень из мягкой такой пряжи, можно сказать, по типу жакета, совершенно не держит форму. Но такая классная, такая мягкая, такая уютная. Прям прелесть-прелесть. Да, очень-очень стильная. Спасибо, Леночка, спасибо. Для дома такая декорация интересная, подушка, смотрите, аранами связанная. Прелесть мягкая. Такой пледик небольшой здесь. А, нет, это еще одна наволочка. Я думала, это плед. Это еще одна наволочка на подушку. Здесь лицевой гладью с одной стороны, а с этой стороны вот такие вот араны. Слушайте, ну хорошо. Классненько так. Да, креслица у камина. Уже все такое, знаете, к Рождеству, к Новому году. Такая вся декорация с елочками, зеленая, праздничная. Теперь мы находимся в таком помещении, где, ну, прям вот полностью декорация вся для дома. И здесь еще такие тоже наволочки, только другим цветом. Тоже очень хорошо смотрится. Так, цена наволочки. Давайте посмотрим. Цена наволочки 89,95. То есть 90 евро. Вот, пожалуйста, на раз-два связать самому самостоятельно. И даже и подарок тоже очень хороший такой. Кто любит такие мягкие изделия вот своими руками в подарок. А здесь плед. Плед серым цветом связан. Такая пряжа прям толстенькая. Немножечко скрапление, как типа а-ля твид. Давайте посмотрим, сколько стоит. Давайте посмотрим, сколько стоит плед. Плед стоит 129,95, 130 евро. Вот такой. Не могу сказать, что он прям большой-большой. То есть вот такой, смотрите, вот. Ну,
Ну, хороший такой, мягкий, хороший очень. Тоже, по-моему, прекрасный, прекрасный подарок. Да, если кто-то вот вяжет пледы, то это просто замечательно. Такой пледик подарить, укутаться в него холодным зимним вечером и повязать под сериал какой-то, допустим. Ну, здесь все подобрано по теме, по цветам все выбрано, как видите, да, здесь. Очень интересно всегда так посмотреть. Какие-то идеи просто для себя, да, что-то вот на заметку взять, как дом украсить или декорацию как поставить в доме. Очень мне нравится, люблю такие магазины. Классно. Там Леночка тоже немножко снимает для себя. Вот. Елочные игрушки. Прелесть, шарики какие. Смотрите, вау. Вау-вау. А мне вот понравились вот эти вот подсвечники, смотрите. Вот, из стекла, и там вовнутрь можно свечку, вот такую маленькую. И вот они вот так берутся, переставляются из металла такого темного. Классная штучка, вот побольше, поменьше. Здорово, стильно. Вот еще нравится оформление витрины здесь. Это еще больше. А вот здесь тоже мне понравилось, Лена, смотри, да, вроде бы летняя юбка, но вот да. С джемпером очень тоже да. Стильно, хорошо да, смотрится с сапогами. Такая летняя юбка, похоже. Классно. Надо попробовать. Мне нравится. Идем, гуляем, проходим мимо цветочного. Смотрите, на дворе зима, сегодня даже утром снег был, а здесь цветет цветочек. Друзья, мы пришли в пряжный магазин. Я здесь буду тихо говорить, потому что много посетителей. Хочу показать вам пряжу, такой шнурочек. Мне очень нравится шнурочек. Вот, у меня есть в магазине шнурочек. Шелк, шнурочек, еще другие пряжи. Вот это вот мне прям нравится, мериносик. Думаю, закупить еще шнурочек, мериносик. И окрашивать. Слушайте, прям классно. Здесь тоже, видите, секциями тоже окрашено. Градиент, переходы. Смотрим здесь пряжу, вон Лена Лен, тоже. Что, что, Леночка? Как здесь грамм? Так, а мы сейчас посмотрим. 100 грамм, 100 грамм. 100 грамм. Вот смотрите, какой, какой размер мотка. 100 грамм? Ой, девчонки, смотрим. Это такие пушистики здесь вообще. Смотрите, какой огромный моток. И легкий-легкий. И мягкий-мягкий. А вот, а это из него, Лен. А, нет, это вот это. Это вот это из этого. Ага, тоже интересно. Ой, как это, мягко это тоже. Какая мягуся. Очень мягкая пряжа, слушайте. А здесь вообще вон с такими вкраплениями, как я люблю, черненькие точечки. Я тоже так крашу. Игрушки вязаные, смотрите. Кому для идею. Вот крючком связано. Лягушка, а это спицами связан заяц. Вот. Слушайте, вот сваленная такая, это как прихваточка такая. У меня еще остались эти самые рукава от кофты. А я хочу себе проектную сумочку шить из, это, из этих думаешь, рукавов. Это нет, ну как вот, что здесь, квадратик. Свояли, квадратик да, квадратик. Взяли вот, его да, соли, вот. Да? Ну это не при. Это, а это подставки для горячего. Вот, видишь, несколько штук их здесь. Да, да. Вот они там. Вот. Вот, из этой, вот из этой пряжи. Я думаю, да. Наверное, да. Вот, да, она вот эта вот фильтр. Я никогда не видела. Это стопроцентная шерсть. А это тебе эта коробочка, шкатулочка, видишь, связана, Лена? Да. Нужна тебе шкатулочка? Нет, нет, и шерсти точно не нужна. Точно не нужна. Рождественские носочки, рождественские цвета. У меня тоже есть такие, такая расцветка от фирмы Фернер Воли. У них классная тоже, прям под елочку. Такие моточки, такая расцветка. Какой яркий шарф, сеткой связан. Мягкий тоже, воздушный, такой из воздушной пряжи. Такие полосочки классные, смотрите. Здорово, зеленый с голубым, с белым. Какое сочетание вам для идеи.
Мы вдохновляемся. Давай покажем. Да, да. Книга. Мужчины тоже вяжут, видите? Мужчины. Не только кикиморы. Да. Еще и мужчины вяжут. Прелесть какая. Кикиморята. К Рождеству, к Новому году. Кимаруны. Угу. Прелесть. Так, давай. О, о, красотень. Под посуду, видишь, так ага. Мотивы эти все. Прелесть. Для идеи вам. Смотрите, под елочку подарочки. В общем, одни сплошные шарики. А, смотри, крючком. И крючком, и спицами, да, и спицами. О. Вот они. Это точно мужчины? Да, мужчины, да. Вот. Ой, варежки. И варежки. Угу. Книжка-то. Вдохновляющая такая, да. Вот давайте еще раз покажем. Арне и Карлос.